Классный дом неподалеку от речки и у центра. Это район 4-й школы, станица Полтавская, Красноармейский район. Своя личная березка. Много во дворе и на улице зелени, кустарников. В огороде плодовые деревья. Дом 1995 года постройки. Шлакоблок. Оштукатурен. Караед. Здесь места хватит всем. 4 изолированные комнаты, просторная прихожая, кухня с выходом на двор. В дом 2 входа, что очень удобно. Виноградная лоза. Гараж достаточно вместительный. Киски не помешают, ладно уж. Крытый навес высокий. Летом хорошо проветриваемый. Команда. Двор частично забетонирован. Участок угловой, очень солнечный. Для ваших животных жить здесь будет одно удовольствие. Пройдем на огород. Имеются хозпостройки. Вы можете завести курочек, перепелок. Почти 9 соток земельный участок. Огород ухоженный. Имеется своя тепличка. В огороде растет инжир. Недавно был поставлен уличный туалет. Имеется также колонка для полива. Специально не стала убирать звуки, чтобы вы увидели все наяву. Центральный вход и вход с кухни. Место просто благостное.